В Богучанском районе вытащили из леса фуру дальнобойщика, который 11 дней ждал помощи. Все это время мужчина жил в своей машине. В конце июля Алексей Буров вез из Иркутской области в Богучаны нефтяное оборудование. 27 июля, не доехав до конечной точки, всего 1 километр машина улетела в кювет. По словам водителя, причиной ЧП стала мокрая дорога и перегревшиеся тормоза, из-за чего он не смог удержать грузовик на дороге. Мужчина обращался в администрацию, в дорожное управление и просто к местным жителям. Они пригнали трактор и разровняли подъезды к фуре, после чего фуру вытянули полицейские, пригнавшие к месту тяжелую спецтехнику. Сейчас Алексею нужно найти тягач, чтобы забрать машину со стоянки, куда ее отбуксировали сотрудники ГАИ. По словам дальнобойщика, его все время поддерживали неравнодушные сельчане. Первый раз, честно слово, первый раз. Никогда не думал, ну, что только со мной такое может случиться. Подходили, много народу приходило. Где-то, я говорю, попить, где-то что-то газ привезут, где-то что-то. Всегда интересуются, как, что, сам. Жив, здоров, да, помогали, да.